Уникальные камни из разных уголков планеты в руках Вячеслава превращаются в готовый материал для изысканных украшений. Сувенирные шары, шкатулки и энергетические кристаллы. Мастер занимается обработкой разных пород и знает, как починить даже самую капризную. Интерес к камням возник еще будучи студентом. И на протяжении практически всей прожитой жизни занимаюсь минералами. Они у нас со всего мира, но и Кольский полуостров, и Урал, и Индия, и Бразилия, Уругвай, Мексика, и Африка в том числе. Своему мастерству Вячеслав готов научить и посетителей фестиваля. Любой желающий может взять понравившийся камень и самостоятельно проделать в нем отверстие, чтобы повесить талисман на шнурок или цепочку. Многие из представленных камней – настоящая редкость, уникальная и форма исполнения. Художник-керамист Юля придумала свой авторский способ совмещать капризную глину с разнообразными самоцветами. Украшения создаются под влиянием вдохновения. Автор признается, даже сама не сможет в точности повторить замысловатый дизайн. Энергия другая у глины сразу же приобретается, когда глина просто обожженная или в ней еще и камень. То есть эта энергия земли еще усиливается в несколько раз. Вот. И камень вдобавок еще, камень он настраивается может именно на человека, на конкретного, то есть в доме которого он человека находится или человек носит. Камень он всегда считывает ауру этого человека. Не просто красивые, но и полезные. Лампы из керамики с агатом оказывают успокаивающее действие. Сложная скульптура дворца служит кашпо. И даже абстрактная на первый взгляд вещица на самом деле хитрее, чем кажется. Это усилитель звука для смартфона. То есть это новая вот эта разработка, она идет сразу же для трех колонок, задних, нижних и боковых. Вот. То есть усиливает звук, делает его чище. Ювелиры, камнерезы, мастера по декоративно-прикладному творчеству со всей России готовы рассказать о тонкостях своего дела в Музее изобразительных искусств. Фестиваль продлится до 1 августа. Наталья Шмахметова, Илья Капелин, Урал-1.